только сегодня. Супер бестселлер. Причем первое появление в этом сезоне шапки ушанки. Я выбираю в белом цвете. Как же она хороша. Вы знаете, мы просто не хотим ее снимать. Ну а кто же представит сегодня главный товар дня, покупку номер один? Звездный стилист Микола Комендров, который создает образы для знаменитостей. И сегодня будет вашим личным стилистом. Миколушка, привет! Привет, дорогая! Здравствуйте, наши любимые! Мы сегодня с вами обсудим, что такое шапка-ушанка, что она значит для русского народа и как она функциональна. Поэтому сегодня прислушивайтесь, берите горячего чая или глинтвейн, уж можно с утра, да? Да. И начинаем. Вы только посмотрите, это удивительная шапка Велина из натурального меха, который является всегда символом и роскоши, и аристократичности, но и идеального тепла. Вы сейчас видите оттенок светло-коричневого. Посмотрите, как он хорош, напоминает нам капучино цвет. И здесь натуральный мех песца сочетается с кожей ягненка. Она мягкая и нежная. Бесплатная доставка. Цена 4999 рублей. И это ультра-тренд. Миколушка, ну давай обо всем по порядку. Да, помимо того, что мы получаем с вами кожу ягненка, плюс песцовую фактуру, а в моем случае еще и мег Blue Frost, мы, конечно же, с вами утепляемся до минус 40 градусов в этом головном уборе, и он единого размера, то есть не нужно сегодня выбирать его по размеру, а самое главное еще и по типу лица. Неважно, какой формы лицо ваше, главное, что вы в нем будете красивая Аленушка, русская матрешка, самое главное, вы будете роскошны, ведь вы можете выбрать сегодня еще цветовую гамму, а еще согреть и подарить здоровье всей своей семье. Ведь этот головной убор вы можете выбрать для себя, для него и для детей. И остался последний вопрос. Как же выбрать размер этой удивительной ультрамодной шапки-ушанки? Мы выбираем ее просто в том цвете, который нам нравится, ведь она единого размера, соответственно, подходит для самой крупной формы головы и самой небольшой. Помогает ей в этом еще и дополнительная кулиска, которая находится внутри на затылочной части. Она даст возможность головной убор утянуть и посадить на голову молодого маленького ребенка, да, то есть у которого еще головушка поменьше. Безусловно, также у нас с вами вариативность головного убора максимально большая. Мы с вами можем носить ее четырьмя различными способами. Обычный в расстегнутом виде, застегнуть в морозы именно в зоне по подбородку, завернуть и застегнуть на затылке или подтянуть ее, как танкисты, наверху. Внутри у нас с вами согревающим элементом дополнительным будет утеплитель, стоящий на подкладке простеганной. Здесь у нас с вами как раз-таки кулиска в люверсах, ну и, конечно же, роскошный мех и натуральные кожа молодого ягненка. Беспрецедентная акция. Вы выбираете от 6 тысяч скидка 10%, от 8 тысяч скидка 15% и от 10 тысяч рублей ваша покупка скидка 20%. Не упустите этот шанс. И покупка номер один сегодня — это шапка Велена, которая является трендовой и вместе с тем классической. Давайте выберем цвет. Черная классика. Посмотрите, как он великолепен. Я белый обожаю. Кстати, их осталось очень мало. Микола выбирает Blue Frost. Серый цвет. Да, здесь у нас кожа уже окрашена в черный оттенок. Также есть светло-коричневый. Здесь светло-коричневая кожа ягненка. Темно-коричневый оттенок, цвет ореха, коричневая кожа. Черная кожа и яркий синий цвет индиго. Называется джинсовый в заказе. Кстати, редчайшее предложение. Поэтому хотите выделяться полностью из толпы, выбирайте крашеный в синий оттенок мех песца. Ну и, кстати, в джинсовом и в белом наших шапок Милена меньше всего. Если это ваш выбор, то имеет смысл поторопиться. Ну и мех, натуральный мех в России, это культовый вообще. Да, это, в принципе, история. Россия олицетворяется с меховыми изделиями, а уж шапка-ушанка, это действительно и прям вот как наша русская матрешка, второе место, наверное, по значимости для русских. Мы сегодня представляем вам классическую шапку-ушанку, ведь она по классике шьется как раз-таки из овечьей шкуры, в данном случае молодого ягненка. Песцовая фактура заменила здесь норку, но при этом не удешевила ее, ведь песец занимает третью позицию по самым дорогостоящим мехам в мире. В данном случае данное изделие, напомню, единого размера, идеально сидит на любой форме головы, а также подходит женщинам, мужчинам и детям. Как же хорошо, что вы сейчас к нам присоединились. Такой цены вы не найдете нигде. Это лучшая цена в стране. 4999 рублей. От 8 тысяч.
от 8000 подобные шапки, и вы это прекрасно знаете. Устоять перед очарованием этой модели невозможно. Арина Данилина из Москвы написала: думала, что шапка-ушанка подходит, не успела прочитать. Мы с дочерью вместе носим одну шапку, иногда спорим, кто наденет ее сегодня. Подходит только для подростков, но этот фасон носят все. Это правда. Этот фасон носят все. Ультра-тренд. Миколушка, что это значит для нас? Ультра-тренд, при этом такие тренды мне нравятся, ведь после пандемии 2020-2021 года дизайнеры наконец-то стали выдавать тренды, которые действительно практичные, а не просто так однодневки, легкомысленные какие-то предложения. Шапка-ушанка никогда не входила в тренды, она всегда останется классикой, которая просто имеет необходимость. Иностранцы тоже выбирают такой головной убор, причем они даже не переводят его на свои языки, они также ломаным русским языком его называют ушанкой, потому что он действительно удобен, комфортен, даже в европейскую погоду. Уж для наших морозов он просто идеален. Его большая история. Пришел он к нам из Монголии. В 40-х годах стал одним из самых главенствующих головных уборов любой вооруженных сил. А вот, кстати, в 34-м году он еще и был вручен американскому владельцу и производителю знаменитого автомобиля Ford в качестве такого презента. А вот во время дефолта в России головной убор считался настолько культовым, что если человек терял ушанку, это считалось непоправимой ошибкой в жизни. Цена только сегодня 4999 рублей. Бесплатная доставка. Прекрасный вариант для первой покупки. Самая лучшая цена в стране. В 2019 году шапка-ушанка была дороже, чем сейчас. Минус 40 градусов, вы надежно защищены. Подходит для любого типа лица, для любого размера вашей головы. Потому что это one size, один размер. Абсолютно безопасная покупка. Вы оплачиваете покупку только при получении. Кстати, хотите скидку в 10%? Заказывайте от 6000, 15% от 8000, 20% скидка для тех, кто совершает сейчас покупку от 10000 рублей. Вы представляете, это беспрецедентная акция и прекрасный вариант для знакомства с телеканалом Shop & Show. Поэтому белый, черный, коричневый, светло-коричневый, серый или джинсовый, который будет распродан. Ну и известно же, что натуральный мех великолепно согревает. А что еще? Вот кожа ягненка, есть ли там дополнительный слой утепляющий? Первую защиту нам помогает делать кожа молодого ягненка. Также пушистая фактура меха создает не только красивую форму, но и также защиту от снегопадов. Эластичная резинка, которая вшита в тыльную зону, фиксирует для того, чтобы не задувало нам шею. Кулиска даст возможность за счет лент регулировать еще и объем посадки данного изделия. И внутри у нас с вами утеплитель под подкладом, простеганный. Поэтому температурный режим, в принципе, здесь даже не обсуждаем. Минус 40 как минимум. 4999 рублей цена только сегодня. Бесплатная доставка. Вы в восторге будете от шапки Милены, и она станет вашей самой любимой.